В Люберецком дворце культуры отметили День пожилого человека. Чествовали песнями и плясками старшее поколение, творческие коллективы округа. Слова благодарности и теплые пожелания высказали и представители власти. Яркие костюмы, красивая музыка и стихи собственного сочинения. На сцене лучшие люберецкие творческие коллективы. В этот день все внимание подарили тем, кого называют старшим поколением. Посмотреть концерт пришло немало пожилых людей. Ветераны Великой Отечественной войны и просто бабушки и дедушки. Многие из них прошли войну, терпели голод и лишения. Я искренне хотел бы пожелать всем вам добра, здоровья, долголетия, потому что этого заслужили. Присоединились к поздравлениям и депутаты Мособлдумы Игорь Каханы и Дмитрий Дениско. Я хочу вам сказать огромное спасибо не только за то, что вы сделали, но и за то, что вы делаете. Потому что самые активные наши помощники, самые активные наши и требовательные жители – это как раз люди старшего поколения. Гвоздем вечера стало выступление люберецкого героя, летчика-подполковника в отставке Георгия Новикова. Для него быть на сцене не впервой. В свои 96 лет он уверенно держится перед огромной аудиторией. В этот вечер овации в стенах Люберецкого дворца культуры не стихали. Ведь понятие возраста не существует, пока молода душа. Мария Кузьмичева, Алексей Андреев, телеканал ЛРТ. Привет, я Анна Троян, вы смотрите ЛРТ. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и ставьте лайки. Будьте в курсе самых важных событий.